Уникальный опыт. Ведущие хирурги России провели 3 показательные операции в Дагестане. Сегодня на базе медсанчасти МВД Республики прошел выездной пленум Российского общества эндоскопических хирургов. За действиями врачей следили десятки специалистов. В актовом зале организовали прямую трансляцию. За процессом наблюдали и наши корреспонденты. Им слово. Без разрезов, швов и шрамов. Уникальная эндоскопическая операция. За работой профессор Сергей Емельянов, который сегодня оперирует в стенах медсанчасти МВД. Операция проходит за этой дверью. Специалисты будут работать около 4 часов. В здании по соседству для врачей ведется специальная трансляция. Все время операции, не отрываясь от экрана, за каждым движением врачей следят как молодые студенты, так и опытные хирурги. Тут же в зале на вопросы коллег отвечают специалисты. Я хочу сказать, что больных мы отбирали. У нас было несколько кандидатов. Мы это делали с помощью сотрудников специализированного отделения нашего. Сегодня профессор работает с очень сложным случаем. У пациента раковая опухоль. Больному, можно сказать, повезло. Его жизнь спасает, по сути, инновационными для Дагестана методами. С помощью минимального разреза, с минимального какого-то доступа в человеческое тело, используя подобные инструменты и приборы, можно выполнить те же задачи, которые необходимы в лечении пациента. Для этого, собственно, и создана ассоциация эндоскопической хирургии России. Вот таким одним из центров, из 28, является центр, который создан в Дагестанской медицинской академии. На кафедре хирургических болезней возглавляет его профессор Хамидов уже много лет. Он является членом правления Российского общества эндоскопических хирургов. Вот. Мы считаем, что этот центр полностью соответствует сегодняшним требованиям. Эндоскопическое удаление раковых опухолей – новое активно развивающееся направление медицины. Оно позволяет выполнять сложные операции почти безболезненно. Вот эта конференция – это вот еще один шаг к тому, чтобы мы сделали здесь такую базу и такие возможности, которые можно вот все те люди, которые выезжают за пределы республики для лечения, чтобы они оставались здесь и на месте могли получать эту помощь. Очень серьезную помощь нам оказывает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Мы понимаем, что вот в складывающейся обстановке нам необходимо оказывать нашим сотрудникам быструю и квалифицированную помощь с тем, чтобы сберечь их жизни. Скоро работать теми же методами будут и в нашей республике. Сергей Емельянов и его коллеги в эти несколько дней визита в Дагестан обещали раскрыть все профессиональные секреты, чтобы республиканские хирурги могли помочь еще большему количеству пациентов с минимальным риском для их жизни. Мадина Рамазанова, Ибрагим Магомедов, Юсуп Газиамаров, Расул Дибиров. Время новостей.